Третий храм. Пророчества сбываются. Мы знаем, что храм Господень в Иерусалиме был главным местом для совершения ветхозаветных богослужений. Первый храм, воздвигнутый Соломоном, был разграблен и сожжен дотла. Второй храм постигла та же участь. И сейчас, благодаря библейским пророчествам, еврейский народ надеется на воздвижение третьего храма, на месте которого сейчас располагается мусульманская мечеть. Удивительно, но пророчества о третьем храме подтверждаются многочисленными знаками. Станет ли строительство третьего храма началом отчета последних времен? Какое значение он имеет для христиан? И какие знамения Антихриста и Апокалипсиса мы уже получили? Разберемся вместе в прямом эфире из Израиля в воскресенье в 19 часов по московскому времени. Открой для себя потрясающие пророчества из Священного Писания.